находились в поле. А там вот такая туча. А ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали. А дальше я не знаю все. Я клип тебе сняла. Спасибо. До пять. Спросила, Тёма, будет ли дождь? Он сказал, да, и он пошел. Так что, кажется, сейчас мы будем есть. Ой, да. В машине. Успех – это когда успели подняться наверх до ливня. Ой, смотрите, как заносит машину. Охренеть. Ё-моё. Мне кажется, мы здесь застряли. Мы попали в офигительную историю. Опс. У нас прошел дикий ливень, дороги все размыты. Но зато у нас радуга. И перед нами пытается выехать и буксирует Мерс. Шансы у него есть. Давай, давай. Хорошо, давай. Давай. Он уже не знает, как от всех скрыться. Давай. Смог. Мы застряли, мне кажется, на часа 2.5-3. И нас ждет безграничное веселье в компании также застрявших людей, как мы. И, в общем, будем веселиться, танцевать, слушать музыку, развлекаться. Ну что, помогает коряга тебе? О, найс. Что? Ой, какой красивые такие разводики. Вау! Круто же! Мы оттуда идем туда. И вот это вот гениальный способ подниматься. Воу, вы куда там? I'm sorry. Говорю для всех зрителей блога Екатерины Симиной. Я Житов Миша. Я отказываюсь верить, что это в Туле. Это Гранд Каньон, ребята. United States of Tula. Пошла. Какой походочкой-то. Ее походочка, как море лодочка. Вон оттуда, вот так, вот так, вот так, тын-тын-тын, мы поднялись сюда. Здесь такой вот видок. Ребята стоят. Но как мы будем выезжать отсюда, мы пока не знаем. Вон там дорога, по которой едут. И вон... А где еще дорога? А, и вон там дорога. И везде там застревают машины, поэтому мы не знаем, как. Вам придется толкать машину, я вам гарантирую сейчас. Будем толкать. Да. Да, здесь много разных легковушек, но они все на большой скорости пытаются въехать, их заносят, они снова газуют, их заносят, потом их выносят, разворачивают куда-нибудь в траву, и они все месят грязь. Скажи, что будет, если мы попадем в задницу? Love will find a way. Love will find a way. Ta-da. Угу. Yeah. Мы замерли в ожидании. Как бы вот, вот. Эть, нормально. Натах, давай, мы в тебя верим. Давай! Е-е-е!
Уверенно так пошла. Уверенно пошла, да, нормально. Нам за ней же надо, да? А у нас типа очередь на выезд. Да. Ситуация. Ситуация help, ситуация sos. Такое вот говнецо везде. Пока что все нормально. Там вон ребята еле выбрались. You can jump on a speedy coat. Cross the border in a place. Oh, you know. Yeah, кажется, мы выбрали. Чертополо. Он причем еще такой фиолетовый крутой. Да, классно. Как дела? Привет. Там вот дядька сидит, если что. Так, это мои лучшие подруги. Это Яна. Hello. Привет. Мы едем за пряниками. Хотя, куда, Катечка, тебе пряники? Вот и я о чем. И мне тоже. Просто в Тулу едем. Солнце слепит. Да. Ну ладно, да. Без пряников. Мы приехали в Тулу! У-ху! В Тулу! Зачем-то сфоткаться с пряником. Disasters in the air! Типа есть в Макдаке. Disasters in the air! Ясно. Пряник. Вообще прогуляться по ней. Известен с 1685 года. Так, а там что у нас? Сталь. Этот пряник предки ели и нам велели. Понятно. Я думаю, у него неплохо получается, и он вполне может устроиться на постоянку. О, видали? Чистые ботинки. Теперь можно уезжать с Тулы. Вот, в принципе, мы за этим и приезжали. Все. Пока. It's over. Bye.